Также я еще раз хочу подчеркнуть необходимость привлечения на постоянной основе, не на временно, на постоянной основе дополнительных врачей. Пожалуйста, на следующей неделе, до следующей недели, в понедельник следующей недели, внесите мне график, в котором будет указано, какие специальности врачей, какая работа проводится, какая уверенность есть, где уверенности нет, с тем, чтобы мы усилили эту работу. В том числе, возможно, к ней должны подключиться, например, представительство наше в Москве, в силу возможностей связи с другими регионами. Пожалуйста, сосредоточьте все усилия, которые нам необходимы для этой цели. Я уже говорил, но давайте еще раз вернемся к возможности, вплоть до того, что дополнительный жилой фонд целевым образом выделить, для того, чтобы эту задачу решить. Считаю сейчас первоочередной.